Окей, брат, играем на что? А, ну, давай, не брат. Знаю, что у меня есть. У меня есть AVM Genesis с наклейкой из стикерпака, получается, Хэллоуина. Она 500 голды рарка стоит. Брат, а еще что есть, братуха? Ну, я говорю, это если ты хочешь, ты не подумаешь, что наклей. Брат, ты и так мне очень сильно помог. Подожди, я сейчас зашел твой, я зашел сейчас в твой ТикТок, я не понимаю, слышишь? Ты тут? А че в том ТикТоке написано, даю голды вдвое больше? Что это за хрень? А, это я раньше раздавал, сейчас уже не раздаю. В смысле, так это было 4 один день назад. Сделал еще один топовый обмен на нож. Ну, это я делал раньше, да. Подожди. Это же пруфы есть. Не, я понял. Ну, в смысле, брат, ну это же скам. Не? А, нет, доказать могу серьезно. Не, это незачем. Не, в смысле, когда ты тип тебе дает 1000 голды, ты ему даешь 2000 голды, и это не скам? Ну нет, как бы, я дебил силу, мне это незачем, я сейчас со стондов ухожу, и это нормально, КВС буду снимать, ты играешь в КВС вообще? Брат, не-не-не, ну есть аккаунт, а что такое? Что-то как-то странно, реально, тип дает вдвое больше голды, чем ты ему даешь, ну это же откровенный скам, не, бро? Зачем таким заниматься? Ну, а какая тебе выгода? Я не занимаюсь этим, если честно, я доначу так. Я говорю подписчикам, ни в коем случае никому не давать аккаунт, никогда в жизни! Если вам говорят, что вдвое больше дают голды, это вообще развод на лоха. Не ведитесь. Ладно, брат, играем с тобой, Дель, готов? Хорошо. Давай, да, я готов играть. Ну что же, дамы и господа. Если я побеждаю в этой дуэльке, я получаю USP, Алиска Алды, брелок Аркану и кучу курдых скинул. Все, мужики, поехали. О, нифига себе, у него еще ножичек там! Ты есть, ребята, если понимаете, тут мы имеем дело с серьезным трейдером, который хочет мне отдать весь свой инвентарь за 0.3. И если вы видите это видео, значит все-таки это не обман. Вау! Блин, какой крутой генезис с наклеечкой мами. Ну что, пацаны, с вас лайк, подписка и просто хэштег кентуха тащи, хэштег удачи и кентуха нагнетек. Ну что, ребята, раунд номер один, что я могу вам сказать? Берем сначала USP. Потом берем. А потом решим, что берем. Все, ребят, поехали. То есть на кону прямо сейчас весь его аккаунт, и если я побеждаю, он мне сливает абсолютно все свои скины. А вы видели, то что у него очень дорогие скины, у него есть USP, у него есть все. Ну, USP в плане генезис, вы понимаете, да? Ну, ща мы, ребята, посмотрим, на что он способен. Брат. Ой-ой, поим отмена, но у меня еще хуже. Братик, ну что я могу сказать? Отлетев ты, отлетев! Удачно. Хаешку, флешку и пацаны, вперед в атаку! Ребят, ну я скажу так, пока что все максимально просто. Попал, нифига себе он меткий. Так, ну что? Ой-ой-ой-ой, брат, хаешку, дарю тебе. Ах ты хитрый такой, закрыл, сука, из мочилки твою, даже не знал. А, блин, на М40 не хватает. Значит, я возьму Desert Eagle. Полетели. Опа. Опа. Ага. Братан, а что, голова-то отлетела? Голова-то отлетела просто из кадочки. 2-1. Я вам сказать только одно. Говорится, не паника. Пока что играем. Пока что, ребят, 2-1. Надо еще вот так вот 6 раундов замочить. И, в принципе, мне жопа! А, нет, 3-1, нормально. Братик, ну я тебе говорю сразу, готов USP, готов все там твои секины, готов свое ВМ, готов все, что у тебя есть, потому что братуха. Прямо сейчас настало время отдавать налоги. И твоя налога вот таким-то пока. Все, пацаны, поехали, просто киберспорт, это моя жизнь, просто за киберспорт и двор бью упор, поехали, 3-1. Опа, киберспортивная, ребят, хаешка, киберспортивная флешка и киберспортивный дым. Ребят, спокойно. И обходим его через лонг. И вешаем в голову. Ой, ну ты куда? Флешишь-то? Кого ты флешишь-то? Ну кого ты флешишь-то? 4-1! Главный тут только один, это Кент ПК. Поэтому готов там свои все эти дорогущие скины и вперед в бой. Так. Агасики. И кого мы тут видим? Кого? Нема. Чё это такое? Что ты стоял там с ножом такой вот? Братик, буквально 3 раунда. Извин и хэштег кентуха тащит. Хэштег кентуха нагибатор. И хэштег богатая жизнь началась. Поехали, пацаны. Опа, кому твоя жопа? Ой, нифига себе. Настало время платить по счетам. Чекать, сейчас будет мисс голова. Ну, я молчу сказать. Я еще не понимаю только одного. Как можно так плохо играть и иметь такие дорогие скины? Объясните, пожалуйста, кто-то в этой жизни. Так, ну что, ребята, счет 6-1. Хэштег не паника. Хэштег неплохо. Опа. Да ну нафиг. Йо!
Ё-моё. Ага. 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 Поехали. Да ну, да ну, да ну! Не, ребят, ну за это лайк, подписка-то сходу! Прожмите лайк и подпишитесь, вот очень приятненько. Поехали, счет 7-1. Счет 7-1, погнали, мужики. Ну шо, пацаны, я могу сказать только одно. Хэштег удача и хэштег кому-то не повезло. Да, пацаны, 7-1 побеждать, это, конечно, сильно. Так. Счет, я смотрю, у него по ему вообще отмена. То ли он тильтнул, то ли еще что-то, но счет у него вообще не залетает. Может, он на нож посадить вообще? А ну-ка. Ну шо, ребята? Брат, будем прощаться. Ну шо я могу сказать, дамы и господа? 8-1. Поднял, приподнял и опустил. Все, спокойно, 8-1. Рани моего брата, братик. Рани жалду, рани жалду, рани респи, рани все, ты скинули. Ребят, хэштег «Богатая жизнь» и хэштег «Успешный успех». Поехали. Фух. Так, ну шо, я жду Генезис тогда. Заходи на Генезис. Заходи на Генезис. Алле, алле, ты тут? Алле, алле, проигравший, тебя не слышно. На Генезис заходить. Алло, ау. Он умер, да? Пропал пацан, был пацан и нет пацана. Короче, ребята, я скажу так, ссылочки на его ТикТок есть в описании, но я говорю сразу, он скамер. Потому что он обещал дать вдвое больше голды, чем вы ему дадите. То есть это 100% скам. То есть ссылка в описании, потому что я обещал пропиарить. Но это скам, имейте в виду, что он скамер и вас, скорее всего, обманет. А из клана Маслята, куда я его добавил, скорее всего, я через неделю его исключу. Потому что, ребята, мы против скама. И я не хочу, чтобы в моем клане были скамеры. Ну просто он купил такую слугу, это выйдет, что я его обманул. Ну вы понимаете, да? Поэтому, ребят, это скамер. Ссылка на ТикТок будет в описании. Обязательно прожмите лайк, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. То есть, вот этого не переживай. А так, какой скин? А ну-ка, лё. О, все. Смотри, эмочка Гранд Прикс, я прямо сейчас выставляю. Там 4 наклеечки за 10 тысяч голды. Давай, брат, прямо сейчас, чекаю. Не, слушай, хорошо. Если ты не скамер, ты красава, конечно. Если ты не скамер, то прям реально уважение, бро. Хорошо, сейчас куплю. Эмочка Гранд Прикс, 11 тысяч голды, 4 наклейки. Первая это ковер, вторая это наклейка Pro, третья это Ninja Dog и четвертая это AVM. Ковер, Pro, Ninja Dog, AVM. 4 наклейки, фейков точно нету тут. Брат, ну что ты покупаешь? Да ну нафиг! Да ну! Да ну! Я клянусь, думал, скамер! Я клянусь, думал, брат, извини! Ты тупо лучший! Ты тупо лучший! Брат, можно зайти на СПИ? Ты тупо лучший! Брат, ты лучший! Я тебя обожаю, просто ты самый лучший в мире! Спасибо тебе большое, брат! Я в афиге! Я в афиге! Ты просто красава, я эту голду раздам подписчикам, брат, просто за тебя ты лучший. Брат, на ESP можно заходить? А, да, я тут. На ESP можно заходить, дружище? Я в шоке. Да ну нафиг, он рофлит, я про ESP, он рофлит. Брат, заходить на ESP? Алло, алло. Да, заходи. Алло. Заходи, да. А, да, сейчас, так, подожди. О, смотри, бро, сори, то, что сейчас будет хрипеть. А, смотри, заходи на US Genesis. Зашел, брат, тише, мне плохо. Мать моя женщина. А, поставь... Запрос 15555.55. Поставил, брат. Поставил! Поставил! Да ну, я не верю. Да ну! Да ну нахрен, ты лучший! Ты шо творишь? Ты ж синий! Ты нормальный? Ты шо? Тебе серьезно, сейчас выйду с клана, жди со своего. Чувак, ты лучший! Ты просто самый лучший в мире! Юспинес! Второй, прощает! Вау, какие крутые наклейки! Это арканы, брат! Я в афиге, это арканы? Просто спасибо тебе большое! Какой брелок, брат, я сейчас зайду, я не верю. Сноубер. Брелок, арканы. Брат, ставить закуп. А, да, поставь запрос, значит, 777.77. Поставил. Опять слил, ты лучший. Фух, мужики, я просто в шоке. Спасибо большое, потому что есть такие добрые люди. Понимаете, что произойдет? Кент, размыться в ДСе. Да, сейчас размечу. Просто это нечто нереальное. Я безумно благодарен, что есть такие люди, которые меня поддерживают. Я действительно хочу сказать только одно. Просто спасибо вам большое.